Hey, okay, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Sonic. Ну как, это быстрый мини-серии у нас, там по 10, по 8 минут. Поэтому у нас, если не ошибаюсь, четвертая серия, это Зона Лабиринт, акт 1. Короче, уже здесь начинается то, что я ненавижу, это вода. Это водяная локация. Но это не храм. Но это не храм. Монетка. Как говорится, вот. Вот благодаря этому шару я могу дышать под воду бесконечно. А вот теперь нет. О, да. Был парень, нет парня. И здесь так легко проиграть, если бы вы знали. Насколько легко. Поэтому говорю как есть. По возможности сразу берите шар. И пытайтесь вообще его не тратить. Хотя, знаете, а кто его знает? Может быть... Ладно. Мне кажется, это было ожидаемо. Ожидаемо смерти, я имею в виду. А мы с водичкой не забрали, да? О, пузырик. Забись. Ладно. О, я вспомнил еще одну игру, довольно прикольную. И тоже. Пиздец какой. Воздух. Thanks. А уже начиналось, начиналось уже, я слышал. Пойди, нужно три звоночка. До мозги, ёпочки. Но... Я даже не помню, как пузырьки создавать. Надо пузырь сразу забрать. Чувствуется, моя жопа здесь без пузыря не обойдется. А давайте я как раз проверю насчет пузырька здесь. В смысле? А я помню, раньше это работало. Если на тебе этот шар, считай, ты бессмертный подводник. Походу у этих у меня другие вообще планы. Ладно.
Но зато я понял. Так, здесь не тупим. А, видите? Я хотел проверить. Что было бы, если бы я прыгнул сюда? Ну, а хотя... Нихуя полезного не было. О! О! Сейф! Сейф! Фак! Фак! Ладно. Если у тебя есть хотя бы одна монета, ты уже выигрыша. Ой, слушайте, это слушай, не та локация, где... Sonic Mania мы с... Там, где мы в Sonic Mania... А что мы в Sonic Mania делали? Нахуй его. Заметьте, не обо мне подумали. Если я начал умирать... Поехали. Они опустили воду. Меня подтолкнули. Так, это плохо. Ладно. Тупая водяная локация. Пузырьки. Ага, сосать. Ебу. Монеты где? Хотя ладно, плевать. Плевать на монеты. Мы прошли. Первая зона, 7 минут. Первая, Карл. Сейвим. Сейвимся, алло. А вы говорите, что короткие, видите ли, уровни у нас. Я сейчас еще и гореть буду с этого, вы подождите немножко. Скоро шемики будет, так, хотя... После водной локации ничего там не должно быть. Именно по сложности, я имею в виду. Самое тяжкое — это найти пузырьки воздуха. Потому что бывает момент... Нет, все-таки, ребята, будут чувствоваться жопные уровни. Все равно. Странно, что здесь воды нету. И мне свободно. Понимаю. А где кнопочка? Либо я помню, были шары как двойного прыжка. Где кнопка? Камон. Что делать? То есть в одной из этих была кнопка. Вот скотина. Тут.
Мне кажется, бессмертие тоже не спасает то, что ты водой дышишь. Ну, здесь было одно из двух. Либо ты дышишь воздухом, либо ты умираешь. Я решил не сдохнуть ни от того, ни от того. Так, пока что едем безопасно. Надо все. Ну ладно. О! Почти! Сейчас мне дадут. А нет, контишку не дали. Я почему-то думал, мне контишку дадут. Зона лабиринт. Зона лабиринт, акт 3. А, там можно было прыгнуть куда-то. Нифига себе здесь. Временные секретики. Ну не буду, главное, давайте. Ага, спасибо. Уху. Сейчас бы меня эта херня. Вот заметьте, вот одинаково ж. То же самое. Мы также поднимались. Все то же самое. Мне нужны бульбуски. Бульбуски. Одно из двух. Либо мы будем с вами в воде, и он будет в виде кулера крутиться у нас враг. Нам просто везло. Не обращаем внимания. Лаки. Мне везет. Пока что. Так, а что я хотя бы сделал? А, я... Я себе проход, да, открыл? Или бессмертие? А. Нихуя не понял. Знаете, жесть. Хоть одну монетку дай. И заверги. У меня было все, но они забрали мне все. Поэтому воздуха нету. Да-да-да, я слышал звук. Этот
жуткий пугающий звук. Я смотрю на безопасность. Нужно, главное, обезопасить себя. Да, здесь лучше не прыгать. F5. Наш. Мне повезло, что я успел. Скорее всего, я задыхался. Да ладно. Это херово. Там, по идее, если не ошибаюсь, вода должна приближаться. Эконом времени. Ладно, давайте сделаем таким образом. А первый раз я убью. Потом просто на... Так сказать, время играем. Ну, типа, чтобы меня не убили. Ну, потом ты понимаешь, что приближаешься вода. И ты сейчас будешь по-любому мучиться. Пиздец. Так, какого черта так долго? О, да. Ну, вы поняли. Но оно, видите, оно специально душит. Оно специально душит. А что мне делать? Ладно, давайте, типа... Если меня вода не убивает. По мне... Ни хрена, я его 3 раза ебнул. Ладно, я живу. Да ладно. Опять. Серьезно? Интересно, а можно бы его убить было? Ну, типа, 3 раза ударил, 4 ударил.
Ну ладно, давайте, я думаю, тогда мы на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.